Традиционные апрельские субботники в самом разгаре. В некоторых районах области они проходят под лозунгами защиты окружающей среды. Сегодня с лопатами и граблями масштабная уборка территории возле дома музея Ленина. Мы с удовольствием посещаем этот музей Ленина, и каждый год мы приходим на субботники. Какая бы погода ни была, субботник, как-то мы все общаемся, мы все беседуем, и у нас и с песнями проходит, и какое-то настроение поднимается. С газонов убрали сухую листву, разбили новые клумбы. На помощь пришел и глава региона Алексей Русских, посадил яблоню. Что за что? Кислый, сладкий. Сад полностью реконструирован, как был при жизни семьи Ульяновых. Здесь произрастают такие же сорта яблон, вишни, смородины, как это было тогда в далеком 19 веке. И не случайно, что сегодня наш субботник ознаменовался посадкой новых деревьев. Субботники в Ульяновской области продолжатся до 30 июня.